Мы рады представить вам проект, который был спроектирован на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного 3 мая 2023 года между компанией GAN и Азербайджанской инвестиционной компанией. На первоначальном этапе предприятие, созданное в Пиралахинском промышленном парке, начнет работать на площади в 14 052 тысячи квадратных метров. Оно будет оснащено самым передовым технологическим оборудованием. Цель проекта – производственно жизненно важных для азербайджанского народа и системы здравоохранения лекарств. Ожидается, что на первоначальном этапе работой на предприятии будут обеспечены 70 человек. К концу первого года штат сотрудников будет доведен до 120 человек. К концу третьего года – до более чем 200 человек. Вместе с тем будут созданы условия для обеспечения работой выпускников сферы фармацевтики и химии. Ежегодно на предприятии в одну смену будет производиться 50 миллионов упаковок различных лекарств, а в целом около 550 миллионов таблеток, в том числе с пленочным покрытием, твердых и мягких желатиновых капсул, суспензий и лекарств в других формах. Мы благодарим азербайджанскую инвестиционную компанию за сотрудничество и поддержку, оказанную нам с первого дня подписания соглашения и по сегодняшний день. Надеемся, что это сотрудничество принесет пользу обеим народам. Мы приложим все усилия, чтобы с 2026 года это предприятие начало работать во благо азербайджанского народа.